Я не знаю, а ты? Я тоже не знаю. У тебя есть какие-то? Мне все равно. Мы можем сходить в магазин. Вы возражаете? Все равно. Ну, хорошо. Надо купить что-нибудь. Надо их купить. А то они весь ковер сгрызут. Так, начнем. Отдай! Надень свой. Кто это не доел свой ужин? У нас все на учете. Нет отходов, нет нужды. Вот мой принцип. Кто это? Иду. Добрый вечер. Все в порядке, леди. Мы профессионалы. Так, давай сюда. Отстаньте. Давай, убери ее от меня. Отцепитесь. Как вы смеете? Давай туда. Пустите. Вперед, давай. Вы слышите меня? Полиция, на помоги мне втолкнуть. Держи ее. Отпустите меня. Иди туда. Вы не смеете. Выпустите меня. Что? Выпустите. Заткнись ты. Теперь откройте эту дверь. Полиция! Вы попадете в тюрьму. На помощь! Ну, старая корга дала жару. Очень боевая тетка. Тебе хорошо говорить. Тебе не съездили по морде. Давай мешок. Давай, давай. Вот он. Ну-ка, давай, иди сюда. Ты пятнистый щенок. Добрый вечер, пошёл. Монтгомери? Рядом. Рядом, мальчик. Перестань сейчас же. Джаспер. Перестань. Знаешь, что я думаю? Что еще? Этот бульдог знает, что мы с тобой сделали. Перестань. Не, это же собака. У него на такое мозгов не хватит. Идем. Кнеке! И хорошо. Пошли домой! Монтгомери! Пошли! Мы не можем позвонить в лес. Лучше вам позвонить еще минуту. Как бы страшно. Знаешь, я думаю... Бондо! Эдди! Они забрали щенков. Они и та. Роза! Слава богу, они вернулись. Ох, слава богу, вы пришли. Что? Щенков? Что случилось? Украли. Здесь были двое мужчин. Они украли щенков. Я пыталась остановить их. Они заперли меня в стенном шкафу. Я кричала.